Донесла. Я же им по ссылке ношу, а не еду. Они уже на еду переключаются. Вообще. Давайте открывайте. Боже, зачем так стучать? Совсем, блин, башка отшибла. Ну, здравствуйте. У вас что, денег много, чтобы за двери платить? А я не ломала. Так, забирайте свои штуки, други. И, пожалуйста, хватит мне уже такое присылать. Я вообще-то нормальные посылки ношу, а не еду. Откуда вы знаете, что это еда? Ну, мы с тобой еще поговорим. А я, ребят, нам заказала всякий тут ужин, завтраки, короче, всякую вкусняшку. Сейчас давайте откроем. Во-первых, это лимонад, потому что у нас нам вообще не о чем пить. Так, дальше пойдемте посмотрим. Так. Это что было? Что за кринжанут? Так, давайте дальше. Оп. О, а вот и торт. Вот я его сегодня, наверное, порежу. Вкусненько, вкусненько. Так, дальше. Опа. Да что вообще происходит? Оп. Оп. Что-то все прыгают, бегают. Вообще ужас. О! А это вот вкусненько. Так, и... О, еще вот пончики. Так, пончики положим вот сюда. И торт. А это нам сегодня на ужин. Поставим сюда. И выкинем тут все. Кстати, ребята, я вообще просто в шоке с Алины. Вы же знаете, что она уехала в приемную семью. А уже она дома, сейчас на экскурсии там. Кстати, по времени нужно скоро вернуться. Я не понимаю, почему она мне так и не рассказала. Если вам расскажешь, напишите в комментариях. Но она вроде как в телеграм-канал должна была написать, но я не знаю. Ням-ням-ням. Спасибо, что хот-дог мне купила. Да пожалуйста. Ням-ням-ням. Ого, хот-доги. Я люблю хот-доги. Она не для тебя купила, поэтому давай, закатай грубу, закатай обратно. Да ладно, бери. Ого, спасибо. Ням-ням-ням-ням-ням. Ох, ням. А я тебе бургер взял. Спасибо, я наелась, честно, возьми ты. О, ну я не откажусь, спасибо. Вообще, я не тебе брала, ну ладно. Посижу тут, что ли, поем. Ой, приветики. У вас и свободно? Я тоже поем, ладно? Да, ешь, конечно, едет, я пошел уже. Стой, посиди со мной, одной скучно. Боже, вот, я к тебе подсела, не скучно стало? Скучно. Я не хочу с тобой сидеть, сказала. Я тут сяду, ладно? А то там невозможно сидеть. Я тут сижу. Ты можешь к девочкам пойти? Я же оттуда специально ушла. Не хочу там сидеть. Я лучше тут посижу. Да сиди где хочешь, отстань от меня. Ой, подруга, а ты что, нам новые места заняла? Ничего я не занимала, отстань. Все, пойдем уже на места. Да подожди. Все, пошли. Так, слушай, ну-ка ушла. Да мне сказали сюда сесть, я ничего не знаю. Кто тебе ничего не говорил? Матвей, можно я присяду? Что? Ко мне? Конечно. Нет, ты вот туда, а я вот сюда. Привет. Пакет. Иди сюда, что ты там сел? Я иду. Дети, все, едем в город, пожалуйста, успокоиться. Ой, о чем смеетесь, расскажите. Я же бы хотела посмеяться. Не твое дело. Согласна. Я тоже хочу посмеяться. Так, дети, мы приехали в город. Можете расходиться по домам. Ой, хотите ко мне в гости? А тебе немного гостей. Тебя мама что-то не убьет? Ну, я надеюсь, нет. Пойдемте. А, хотя, блин, наверное, сегодня не получится. Ну, ладно, всем пока, я пошла. Телефон забыла. Это мой шанс. Так, все, иди отсюда быстро. Всем пока, ребят. Так, ну я тоже домой. Сейчас заберу только вот это. Все, всем пока. Да-да, пойдем. Да-да, сейчас соберу. Возьми свой рюкзак. Все, пойдем. Ой. Все, пойдем. Стой, подожди. Что такое? А ты можешь, пожалуйста, со мной дома дойти? Пожалуйста. Это очень срочно. Прости, нет, не могу. Ты можешь попросить Мартина или кого-нибудь другого. Но тебе что, сложно? Дай ему сложно, что не слышала. Боже, достала меня. Фух, наконец-то я уже дома. Так, достанем вот это все. Вот это. Сок мне не надо. И всякие конфеты тоже разложу. Хотя пусть мама разложит, что это я должна. Я только заберу свои вещи. Так, все, вот это готово. Вот это все забираю, все. И конспект этот вонючий. О, Алина приперлась. Ну, привет, а что, я еду все съела? Ничего в рюкзаке не вижу. Конечно, ничего я не съела. Там, в коридоре разберешь. Кто, я? А ты не попутала ничего? Так, важно, если кто быстро все убрала. Ты чё орёшь? А почему я должна? Твоя еда, сама убирай! Так, так. В баночку. Кап. Готово. Так, в эту банку. Так, это убираем. Так, наливаем вот это. Готово. Так, ставим сюда. И можно чуть-чуть покапать. Все, ждем 5 минут. А что там случилось? Ищем родителей девочки. Бедная девочка. Так. Подождем. Так, все, кажется, 5 минут прошло. Так, давай, открываем, смотрим.
Так, сейчас. Теперь вставляем это в компьютер. Пшш. Так. Ага. Оп. Чепиш. Так. Что? Недоступно для врача? Ну капец. Уже совсем обнаглели. Фух, ну ладно. Ну вот и вышло. Ну пойдемте подадим. Так, на этом бумажке написано, кто родители этой девочки. А сказать не мог? Мне нельзя смотреть, у врача нет на это прав. Ого, у них все по злому. Так, ну давай, читай. Ага, читаю. Так. О нет! Собаскины! Нет! Это за нас Изяслав получается. А почему мама не подознавала? Сейчас поедем домой и прям плехнем ей в это в лицо. Да. Девочку отдайте нам. Вот ваша девочка. Держите. Спасибо. Как вас зовут? Я что знаю? Девочка. А? Что я тут делаю? Привет, это мы, твои сестры. Точно, я вас в тела видела. Привет. Мы сделали какую-то стучку и узнали, что ты нас сестра. Правда? Но я заговорила, вы мне не велели. Мы сейчас поедем прям домой и сплотим маму, что это такое. А еще, это твой кот? Да, это мой лучший друг. Ну все, поехали тогда домой. Да, и доказываем маме. Доказываем. Поехали. А это что, ваш дом? Ну, точнее, наш дом. Ну да. Да, он не супилский, но что есть. Так, пойдем домой. Ого, двери открываются. Ну не закрываются же. Все. Мама! Блин, я с ним как-то боюсь. Да не бойся. Мы за лядом. Мама! Иди сюда. У нас кое-что важное. Боже, девочки, что такое? Давайте говорить. Ты нам ничего не хочешь сказать насчет ее. А что вы опять сюда принесли? Это что такое? Откуда вы это взяли? Сходили к Владцу. Мама, ты нам ничего не хочешь сказать? Так, девочки. Это вообще неправда. Давай, иди сюда. И иди в парк, в котором ты была. И хватит возвращаться. Я так и знала. Эх. Мама, там же все тесно написано. Иди в парк, иди нас там. Хорошо. Как этот парк называется? Зачем вам? Чтобы она ушла. Боже, Пэтс-парк. В Пэтс-парк. Все. Мам, мы такого не ожидали. Да это все подстанова. Шабашкиных, думаешь, только одна семья такая? А сто несколько? Да, их миллионы. Так, все, помните, уже обедать. Или ужинать еще все равно. Алина, ты готова? К чему? К ужину? Да, к ужину, Алина. Садись давай скорее. Ну да, сейчас. Ой, боже. Все, сажусь. Вообще, блин, супер. Папы, нет дома никого, нет дома. Капец какой-то. Тара-ла-ла. Тара-ла-ла. Дома кто я? Ой, девочка, привет. Здравствуйте. Это же та, которая вчера потерялась. Ну капец, это не мои дела, не мои. Что она еще тут делает? Сирота, как Элли сказала. Так, сюда. А это что такое? Так. Максим, это ты пришел? Да, это я. Привет, а у нас что, ужин уже? Да, поэтому садись скорее. Все, всем приятного аппетита. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вкусно. Мама, а вдруг это плавно сосисла? Да боже, девочки, еще раз такую глупость скажете, я вам по шее надаю. Ой. Предлагаю позвонить в полицию. Давай, погнали. Так. Это Алина? Да, Алина, ты что, не знаешь? Так, ищи телефон. Так. Да боже, как ты ищешь вообще? Вот так, все, заблала и положила. Так, все, я наелась. Валим. Так, все, пошло. Отойди, Ева, блин. Фух. Давай, звоним. Так. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Это полиция, что вы хотите? У нас проблема очень сложная. Хасам-буга-гига-баги-бугу-буга. Что? Мы едем. Спасибо. Адрес. Какой у нас адрес? Мам, какой у нас адрес? Девочки, вам какое дело? Бабукова. Стоп, сюда поступил звонок. Ну раз я тебя сюда привела, туда. Дэн. О, это, кажется, полиция. Пошли скорее открывать. Так. Девочки, кто в дверь звонит? Кто-то в дверь звонит? Да, Максим. Мам, тебе показалось. Никто не звонил. Давай, открывай скорее. Здрасте, это вы, пожалуйста, пожаловали вы к нам? Да. Здравствуйте. Мы недавно гуляли в палке и нашли девочку. Она сказала, что у нас мама, это ее мама. Поняли. Вот. А мама не хочет ее забивать. А мы сделали какую-то там штуку в больнице. И там показано, что это наша. Это наша сестра. Ага. Но и мама не хочет ее забивать домой. А это за нас, наша сестра. Нужно ее заблать. Уговорите маму. Мы поняли, где ваша сестра? В палке. В каком парке? В каком она палке? Мама за тебя сказала.
Она тебе сказала. Она тебе сказала. Да она тебе сказала, Габи. Да что ты тут влез? Она тебе сказала. Хватит. Вспомните. В Пэтс-попе. В Пэтс-парке? Да, это я вспомнила. Что ты влез? Хватит, сейчас вас в тюрьму посадим. Так, постойте, девочки, вот тут, пожалуйста. Я так богатая, я достыхаю. Боже, вообще умеете говорить? Так. Ой, простите, гражданочка. Что там вообще говорит? Здравствуйте. Здравствуйте, вы едете с нами. Да почему? Ваши дети сказали, что у вас есть дочка, которую вы не хотите забирать. Да она не моя дочка, она сирота. И хочет ко мне в дом. Будто вы никогда таких не видели. Нет, гражданочка, я таких не видела. Но это ваши проблемы, что вы таких не видели. Я таких кучу встречала. Так, все, извините, поехали. Поехали. Боже. Хватит бошкать. А что, я могу, это мое право. Могу говорить все, что хочу. Я в своем доме. Успокрыся. Все. Что вы наделали, а? А я так богатая, я сейчас отдыхаю. Так, везем ее в суд на ночь, закрываем утром суд. Ты едь за этими, за этой девкой какой-то. И возьми вот этих девочек. Мы поможем. И все, суд состоится завтра, поехали. Ах, поехали. А вы можете меня завтра забрать? Не, сейчас вы просидите в камере. Ну топ вообще! Я, блин, богатая женщина, я буду вас в камере вонючить, где носками воняет. Ну и где эта ваша недосестра? Она тут была, честное слово. Да, на этой скамейке сидела. Как ее все зовут? Ты не сплясывала. Так, иди сюда, сейчас пойдем поищем. Так, оп. Так. Так, это она? Да, это она. Девочка. Здравствуйте. Ой, боже мой. Как тебя зовут-то хотя бы? Меня? Я Надя. Фух, бедная Надя. Так, ну пойдем со мной, сейчас посмотрим, будут забирать тебя в семью или нет. Эх, хорошо. Ну меня зовут Ясисто Надя, и мне 7 годов. 7? Вот это Надя, приехали. Ты чё, стал сынас? Какая разница, какого она возраста? Поехали, давай. Так, все, заходи, девочки. Ну, здрасте, привели. Да, я нашел ее, вот. Ну, пойдем сядем. Так, становись сюда. Или кто остановиться-то будет? Мы не знаем. Подготавливали какую-то речь? Когда мы успели? Когда нашли ее, сразу побежали подготавливать, что ли? Нет, конечно. Фух. Тогда пусть, не знаю, ты встанешь. Держи. А ты туда. Если что, можете во время суда говорить. Никто ничего говорить не может. Спокойно. Это всего лишь дети. Им можно. У нас люди все равны друг другу. Нет других правил. Я не объявлял такого. Поняли? Да ладно, я пойду открывать эту женщину. Фух. Ну, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да ё-моё. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, можно было пораньше встать? Нет, нельзя. Сами заперли меня где-то непонятно где. В камере. У вас суд намечается. Пройдемте. Я сама дойду, спасибо. Отойди. Так, выключаем свет. Конечно, выключаем. Ну привет, блин, дочки. Пожалуйста, без разговоров. Я сама решу, что мне делать. Так! Я лишаю вас на 1000 токенов. Да лишайте хоть на 1 000 000, мне все равно. Я вообще не должна тут быть. Суд начат. Пожалуйста, тени сторон объявить. Меня зовут Надя. Это моя мама. Она со своей семьей пошла гулять. И увидела меня. Ну я по ней тоже ее увидела. И сказала, мама. Она сказала, что ты не моя дочка. Ну я сказала им. Они мне поверили и плавили стучку. Как это называется? Тест! Пожалуйста, предъявите документы, что она ваша мама. Да, конечно, вот, дилзить. Угу. Так. Угу, все верно, она ваша мать. Ну и что вы хотите? Я хочу жить где-то. Я уже устала 7 лет жить на улице. А почему она вас бросила? Я не знаю. Ладно, красная сторона, что вы на это скажете? Это не моя дочь! Вы что, не понимаете? Пожалуйста, передай опять документики. Хорошо, вот, делзите. Оп. Пожалуйста, подойдите, посмотрите. Я уже видела эти фальш-документы. Ну, посмотрите, пожалуйста, тут написано «Справка доктора». Это не фальш. Ну, они могли подделать как-то, это же дети. Вот именно, это дети. А они уже на такое способны. Отдайте, пожалуйста. Тут уже понятно, что она ваша дочь. Теперь я бы хотел узнать, почему вы не хотите... Ну, что вообще произошло? Почему вы ее не принимаете за дочь? Ну, во-первых... Извините, я макароны просто дома не доел. Спеши. Максим! Да что? Во-первых... Ну... Так, все. С синей стороны, вам есть что сказать? Да, я бы хотела жить с ними, если это возможно. Пожалуйста.
Так, красная сторона, это ваша дочка. Вы должны жить с ней. И должны любить, как остальных. Нет! Я сказала нет! Что в этом непонятного? Все! Это ваша дочь. И все. Суд уходит для вынесения решений. А вы, пожалуйста, подумайте, что, может, что-то скажете. Ничего не скажу. Максим, говори за меня. Я пью. Молодец, ты очень хорошо сказала. Спасибо. Но мне кажется, мама меня не будет любить. Да будет, куда денется-то? Итак, суд на базе. Пожалуйста, я хочу видеть не мужика, а женщину. Я вам не женщина, как бы я девушка. Мне всего вообще-то там этот 13. Да вы что? А выглядите на 50. Что ты сказал? Я сейчас тут Амбреллу позову. И вместе с Амбреллой вы отправитесь в тюрьму, да-да-да. Итак, в этом суду побеждает решение. Тут, в принципе, и так все понятно. Оп. Теперь это ваша дочь. Надя Шабашкина, подойди сюда. Здрасте. Это ваша дочь. Вы за ней следите, присматриваете и любите. Привет, мам. Да пока! Это не моя дочь. До свидания. Пока. Да Элли, что вообще происходит? Кто это такая? Я сказала, не знаю. Что ты ко мне прицепился? Я просто поинтересовался. Мне кажется, она меня не примет. Да примет, конечно, успокойся. Вот именно. Пойдем уже. Максим, я сказала все. Если она будет с нами жить, я просто ухожу с твоего дома. Да успокойся, ну ты. Мама? Что у вас за оры тут? Мне вообще-то в школу пора. Вот сама и едь в школу. Да что вообще происходит? У нас новый член в семье. А ты посмотри вон туда. Хорошо. Алло. А кто у нас новый член в семье? Вот, это наша сестра. Что? Какая еще сестра? Вот такая. Все. Максим, где у нас полиция? Ты что, не была там? Была. Я спрашиваю, где у нас полиция? На улице Верстовская. Спасибо. Так, быстро. Отойдите тут. Видишь, она меня не любит. Да полюбит, все, успокойся. Это не будет так продолжаться. Я поставлю на этом точку. Где ключи? Подъем, молодежь! Подъем! Что, гулять? Да прям уж. Где ключи? В кабинете сэра. Спасибо. Так, вот они. Боже. Чик-чик-чик. Ты нас открыла? Первый раз такое вижу. Чик-чик-чик. Спасибо! О, свобода. А для чего ты нас открыла? Для того... Забирайте девочек. Вообще всех. И все. Пока, до свидания. И больше, чтоб я не видел ни девочек, никого вообще. На глазах, чтоб мне никого не было. Что? Это что такое? Не знаю. Ты уверена? Ты же нас недолюбливала, ненавидела девочек вообще там всем сердцем. Что, Крис вспомнила, да? Да вообще не нужно мне это Крис. Пойду я сейчас подстригусь на лысо. Чего? Это что за повороты пошли, я не поняла. Ну, пойдем к девочкам. Не знаю. Ребят, простите за голос, я его сорвала. Встала я уже от этого. Может, она шутит? Как-то нас, не знаю, проверяют. Точно! Ну, знаешь, она какая-то нешутлявая была. Точно. Короче, пойдем к ним в дом, а там разберемся. Пошли, девочки. Лав-лав. Так, пойдем к девочкам. Оп, мои любименькие. Привет. А вы что тут делаете? Ну-ка, пошли вон. Быстро. Сейчас Амбреллу позовем. А нам не страшна ваша Амбрелла? Тогда маму. Уйдите отсюда быстро. Никуда мы не уйдем. Ваша мама сама нам вас отдала. Что? Да что ты влез? Угу. Ничего я не вру. Пойдемте. Спросите у нее потом. Я не согласна. А кто тебя спрашивает? Ты тоже пойдем к нам, да? Кто это? Это очень плохие люди. Хорошие, пойдем, пойдем. Комнатку свою потом выберешь. Да какую комнатку? О чем вы говорите? Быстро! Здравствуйте. Ух ты, здравствуйте. Давно не встречались. Угу. Давайте мне документы. Я подписываю об... Стоп, стоп, стоп. Разводиться теперь, пожалуйста, с мужем. Да успокойтесь, не разводиться. Мы еще обратно замуж не вышли. Предложение сделать сделали, а замуж пока не вышли. Так, я хочу переписать свое... Как это называется? Короче, хочу перестать быть родителями детей и отдать родительские права на другую семью. Это ваш окончательный выбор? Вы трезвы. Подождите, мы проверим в трубочку. Ну-ка, дуньте. Ой, давайте. Ну как? Да, вы полностью трезвы. Так, подождите. Ну-ка, пожалуйста, выпейте. Ну? Все, вы точно уверены? Да, я 100% уверен. Дайте напишу. Все, готово. Пожалуйста, передайте им. Спасибо. А дом? Дом со мной. Муж со мной, животные со мной, только детей. Все, отстаньте. Вот это да. Ну ладно.
Да тебе только пожрать. У нас только все жрут постоянно. Согласна с вами. Ой, Петя. Элли? Нет, я Кристина. Фу, ты ее знаешь? Да сам не понял. Ой, господи. Здравствуйте. Давно не виделись. Вчера виделись, знаете? Знаю. А что вы пришли, расскажите. Отдала родительство на других людей. На каких? На семейку этих воробьиных. Там где это Виктория, Артем. Короче, родители Крис по-нашему. Вы же так долго добивались от них детей, а сейчас отдаете доброжелательно. Времена меняются. Отстаньте от нас! Мама! Ваша мама вас отдала нам сама. Теперь вы наша собственность, наши детки. Да что вы врете? Мама бы никогда так не сделала. А потом спросите у нее. Все, теперь вы просто точно наши. Даже ще, не пытайтесь бежать. Все равно вас найдем. Давайте идите в свой дом. Мама! Да успокойтесь. Все, мы ваши родители. Так, быстрее. Так, Максим, отойди. Так. Ох, быстрее. Фух, быстрее. Так. Все, готово. Пижама. Так, все. Все, этот Максим, дай пройду. А ты куда собралась? Скоро объявят дело. Ты там все разрулишь, а я уезжаю. Все, надеюсь, больше не увидимся. Что ты сказала? Какое дело? Какое больше не увидимся? Ну все, у меня новая жизнь, новая семья. Все, пока-пока. Так, Элли, что за сладости и гадости ты тут говоришь? Успокойся! И объясни, в чем дело. Я все объяснила, давай. Дом продашь, мне деньги на карту скинешь. Все, ариверderчи. Так, Нейсик, пойдем тоже. Давай сюда. Что происходит? Ой, и сумку чуть не забыла. Все, Максим, пока. Да. Элли, куда ты собралась уезжать? Поезд в 17:10. Мне нужно уезжать. Все, пока. Куда ты уезжаешь? Я сказала, в другой город. Все, у меня новая жизнь. Девочек у нас тоже нет уже, все. Мы не замужем, поэтому все. Все и все, пока. Надеюсь, больше не увидимся. Что? Боже, какой нытик. Ребят, потом вы все сами поймете, почему мне пришлось сделать так. Сейчас выглядит то, что я всех бросаю, но я никого не бросаю. Это так нужно. Если сейчас не сделать так, потом пострадают просто все. Так. Ну и на всякий случай ключи возьму. Вдруг понадобится. Все. А теперь прощай, дом, и я на поезд. Чик. Все. Элли, стой. Элли, пожалуйста, не уходи. Элли, ты где? Ушла. Так. Ну что ж, когда-то тут было это. У Курского вокзала. А теперь тут у Курского вокзала стою я, старая. Денег не давайте, я и так богатая. Плюх. Чу-чу-чу. Эх, прощай, город. Кажется, мы больше никогда не увидимся. Так. Так, опа. Так. Плюх! Фу, блин. Вот если бы мы были всей семьей, хотя у меня уже нет семьи, тогда бы я могла тут одна быть. А теперь какие-то незнакомцы припрутся. И буду точно не одна. Капец. Так, ладно, распоряжем вещи. Буду, понятное дело, на верхней полке. И займу себе это место. Пока что пусть они тут будут. Так. Ну все, готово. Отправка начинается. Ой, ну все. Уехала из своего города. От своего мужа, детей, дома. Ой, ну капец. Ладно, посплю. Мама! Я хочу к маме. Габи, не только ты к маме хочешь. Мамочка! Девочки, как мы к маме поедем? Как? Никак! Это все из-за тебя. Вот именно. Вообще, я не знаю, кто ты. Но из-за тебя у нас все плохо. И из-за меня? Девочки! Не ругаться на младшую или старшую сестру. Она ни в чем не виновата. Наоборот, помогла. Вам помогла, а нам нет. Девочки, у меня есть идея. Подожди нас тут, Надя. Эх, ну ладно. Пойдем, я тебя помою, моя любименькая. Пойдем. Идите сюда. Девочки, у меня есть идея. Сядьте сюда. Ну, слушаем. Смотрите, мама же, просто так нас отдала, правильно? Ну да. Вообще непонятно почему. Так мы подадим суд. Габи ей столько лет, сколько можно подавать суд. И я уже переросла. И я думаю, папа тоже ничего не понимает. Точно! Вот. Точно. И мы скажем, что нас мама бросила, и, пожалуйста, проверьте, что такое. И мы узнаем, почему мама так не хочет эту Надю оставлять. Да! 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 Команда Питбули!
Ну что, поехали в суд подавать? Конечно, поехали, быстро все. А эту Надю будем брать? Затем она нам, нет, конечно. Быстро. Все, поехали, поехали. Так-так-так. А куда это мы собрались? Мы вас никуда не отпускали. Мы погулять. И мне надо в садик за легислироваться. Габи, откуда ты такие умные слова знаешь? Оттуда. Да, Габи нужно зарегистрироваться в садике, а Алине забрать учебники. Так я сама съезжу. Нет, нам нужно самим. Спасибо за вашу доброту. Быстро, быстро, быстро. Эх, девчонки. Боже, зля мы приутили эту Надю. Конечно, зля. Ты всегда первая начала, Ева. Девочки, сейчас не до ссор. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, расскажу вкратце. Наша мама на нас переписала документы. Точнее, что теперь она не наша мама. У нас другие родители. А, Шабашкина? Да, именно она. Да-да, есть у меня такие документики. Да, можете даже посмотреть. Что писать? Да-да, я гляну. Что ты сама читать не умеешь? Ну тут только написано то, что переписала. Согласие. А вот мы хотели бы узнать причину. А причины у меня нету. Тогда мы подаем в суд, чтобы узнать причину. Потому что мы тоже имеем право подавать в суд. Право подавать в суд. Поэтому, пожалуйста, я хочу написать заявление. Хорошо. Вот, пожалуйста, пишите. Угу. Все, пожалуйста, найдите ее. Хорошо, подождите, пожалуйста, в комнате ожидания. Ее найдут, и все будет хорошо. Мы проведем этот суд. Ула! Да, девочки, что вы ноете? Сейчас маму найдут, и все будет хорошо. Давайте, садимся. Так, нужно позвонить ее мужу. Дын-дын-дын-дын-дын. Здравствуйте. Здравствуйте, я Максим. Да, пожалуйста, придите сейчас в суд. Хорошо, бегу, бегу. Здравствуйте, я тут. Что случилось? Где ваша жена? Она уехала куда-то на поезде, оставила детей, дом, меня, все. Спокойно, спокойно, не плачьте, все хорошо. Ваши дети тут. Что? Они тут? Где? Они тут пришли. Девочки! Папа! Боже, мои бедные. Идите сюда. Боже, как вы? Папочка, где мама? Я не знаю, где мама, честно. Она просто уехала на поезде. Так нужно искать ее. Нужно быстро за ней ехать. Ты позвонил, чтобы остановили поезд? Да, на этой остановке они уже полчаса ждут. Фух, ну давай, заходим. Да почему мы стоим на месте-то? Алло, машинист Федорович. Вообще-то... Я девушка! Ну извините. Почему мы стоим на месте? Попросили задержать поезд. Вот и стоим. Кто попросил? Какая разница, это не ваше дело, иди. Сейчас поговоришь со мной тут. А что, все, мужа у тебя нету. Откуда вы знаете? Так, фух, пойдем. Почему вообще я этим делом занимаюсь? Тынь-тынь. Пойдем, пойдем. Ой, ну и здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто такие, что вы тут делаете? Это мое купе. А мы за вами приехали. В суд на вас подали. Что? Блин, так и знала. Нужно было сразу на самолете улетать. Что? Так что, дело серьезное? Ничего серьезного. Я просто еду к бабушке, своей маме. Хватит нам лапшу на уши вешать. Проедем со мной. Вещи давайте быстро-быстро в сумочки и все, переодевайтесь. Хотите, можете нам по дороге рассказать, почему своих девочек бросили. Можете сразу в суду. Так это кто подал, получается? Девочки? Да. Они хотят знать, почему вы их бросили. Отдали в другую семью. А кто сказал-то, что это ваше дело? Давайте быстрее уже. Больная. Сами вы больные. Так и знала, что будет это дело. Ваш муж там переживает вовсю. Да нет у меня мужа. А кто такой Максим-то Шабашкин? Это портфель. Все, поехали уже, не слушаю. Итак, перед судом зайдите ко мне в кабинет. Ну а что мне еще остается делать? Так. Ага. Проблема у нас есть. Какая еще проблема? Суд закрывается через 15 минут. А кто подал в суд? Да как говорите, мои девочки. Там не только ваши девочки. А кто еще? Ну родители Крис же не могли. Вот и узнаете. Но у нас суд закрывается через полчаса. Ой, через 15 минут. Да слышала уже это. Ну, фух. Вас придется закрыть на ночь. Что? А можно я у себя дома переночую? Пожалуйста. Поразить, девушка, нет. Я не выдержу двое суток. А кто сказал, что вы двое суток? Вы одни сутки. Да я до этого тоже была. Ну, пожалуйста. Ну, поймите меня. Так, девушка, я ничего не могу сделать. Давайте пройдемте завтра, утром у вас суд полноценный. Все, не ной. Ой, ну здрасте. Забор покрасьте. Доброе утро опять. Доброе утро! Все, проходите на суд. Ну, пойдемте. Ну, здравствуйте, мои дети. Мама, привет. Пакет. Здрасте. Забор покрасьте.
Мамочка. Папочка. Мам, это что, ты? Нет, Вундеркинг. Ну давайте, говорите, что вы от меня хотите. Итак, суд начался. Ой, перелетел. Итак, на вас, юная леди, я уже старая леди, перебивайте, подали в суд ваши дети. Да, мы... И вы не перебивайте, юная леди. И они хотят узнать, почему вы от них отказались и отдали в другую семью. Я не буду рассказывать. А если вы не хотите рассказывать, вы попадаете в тюрьму на все свои года жизни. Что? Мне принимать такое решение? Нет. Тогда прошу, рассказывайте. Ну, в общем, Надя — это мой ребенок. Когда родилась Надя, она была супер уродливым ребенком. Но я ее все равно полюбил, потому что это был мой второй ребенок. У нее было очень плохо все с развитием. И когда я пошла показывать ее Максиму, я села рядом с ним, и он вскрикнул. Элли, это что такое? Кто это ты держишь? Я ответила: Максим, это наш ребенок. Она родилась такой, у нее плохо с развитием. Максим накричал на меня и сказал, если я немедленно его не выкину или не отдам в другую семью, он уйдет от меня. А так как у нас уже тогда была Алина, я не могла. И я решила, что подложу ее в парк. Я пришла в парк и подложила ее на скамейку. И сказала ей последние слова. Никогда не уходи, а то я за тобой вернусь. И я просто ушла. Вскоре Максиму вскоре стало очень плохо. Он не мог забыть то, что сделал. Отказался от ребенка. И врач принял решение, то, что поможет только стирение памяти. Ему стерли память. И мы зажили хорошо. Пока девочки не попросились в тот парк. Получается вот так. Какой ужас! Но почему вы ее все-таки не забрали? А как бы я сказала Максиму? Вот у нас там родилась когда-то дочь. Но ты не помнишь, но ничего страшного. Он посчитал меня за психушку. Ну надо было сказать. А ты там молчи вообще. Я боялась, что наведут на это дело. Решила уехать. Да вы понимаете, что вы вообще натворили? Понимаю. Нужно было просто признаться. Знаете, только Хомк не признается. Так, останьтесь, пожалуйста, в зале. Хорошо, хорошо. Максим, пожалуйста, встаньте сюда. Пап, вставай. Угу, держи, пожалуйста, эту, как ее зовут. Да. Так, а слово вам. Вы помните что-то такого? Честно, нет. Но... Кажется, я что-то помню. То, что что-то там, какой-то автомат. Что-то я помню. Блин, я помню, что такое было. Но помню все по частям. Хорошо, спасибо. Так, красная сторона. Скажите, раз уж вы признались, вы не понесете никакого наказания. Вы готовы вернуть семью? Да, я хочу обратно вернуть семью. Но вопрос. Вы правда подписали договор об, ну, чтоб удочерении ваших детей? Да. О, нет. Боже. Спокойно. Суд все решит. Вы хотите отменить? Да, да, я очень сильно хочу. Только у меня к вам вопрос. Да, я вас слушаю внимательно. Можно не забирать Надю? Да ты издеваешься, что ли? Ты начала из-за Нади. И сейчас опять ее не забираю? Максим, я не хочу ее. Столько проблем от нее было. Ладно, я не влезаю. Это ваши семейные дела. С Надей мы разберемся чуть попозже. Сейчас нужно вам детей возвращать. Так, здравствуйте. Здравствуйте, мистер суд. Здравствуйте, здравствуйте. Договор где? Какой именно? У меня их много, знаете. Об удочерении детей Шабашкиных. Сейчас. Сейчас, он где-то тут. Сейчас. Поаккуратнее. Сейчас, он где-то тут лежал. Прям где-то тут. Сейчас, секунду. Фух, нашел. Вот. Ага. Дам. Пиши отказ, все. Это дело не присуждается. Как это? Это... Женщина отказала. Листочку? Итак, суд за вас все сделал. Можете теперь не беспокоиться. И жить хорошей жизнью. Правда? Боже, спасибо. Спасибо. А что делать с Надей? С Надей у нас уже есть выводы. Не волнуйтесь, мы решим. Спасибо большое. Так, стоп. А почему ты мне не рассказывала? А что, должна что ли была? Да. Мы живем вон сколько лет. И ты не рассказывала об таком? Да ты чуть не помер там. Да лучше помер. Все, я не хочу с тобой общаться. Че сказал? Шупалах врублю. Все, понял. Все, девочки, поехали домой. Ула! Мамочка, прости, пожалуйста, мы в суд подали. Да ничего страшного, вы еще лучше сделали. Молодцы. Мама. Я вас всех люблю. Все, поехали, давайте. Доброе утро, Алина. А где Алина? Алина! Девочки? О, боже! А? Доброе утро. А где девочки? Я не знаю, где девочки. Артём! А что такое? Что произошло? Девочек нету! Боже мой! Тише.
Сейчас найдем, поехали к ним в дом. Ты уверен, что они там? Ну а где еще? Давай быстрее. А меня вы тоже берете? Да, берем тоже, пойду. Вообще, что это они от нас убегают? Мы их родители. Да. А что это они от нас убегают? Давай звонить. Дынь-дынь-дынь-дынь. Кто это? Сейчас пойду посмотрю. Ну-ка, держи их. Так. Здравствуйте. Не ожидала вас тут увидеть. Ну, в чем претензии? Где девочки? У нас дома, вон там стоят. В смысле? Ты сама на нас переписала родительство. Поэтому отдавай, мы их родители. А уже все? Суд все решил, я их родитель. Что? Неправда. Ничего такого не было, нас не давали в курс. Да за вами полиция сейчас охотиться начнет. Что? Ничего. Все, давайте, прийти. Все, подаем в суд. Да подавайте. Так, звони. Дынь-дынь-дынь-дынь. Алло, здравствуйте, я подаю в суд. Дынь. Ой, это мой телефон. Алло. Мам, это тебя. Да что уж такое. Здравствуйте. На вас подали в суд родители Крис. О, боже. Так, короче, сидите тут, а я поехала разбираться. Девочки должны решать свои дела. Ну, здравствуйте опять. Что, на меня в суд опять подали? А, здравствуйте. Да, вот, полюбуйтесь. Ну и что вы ко мне пристали? Я же вам сказала, на меня суд уже переписал родительство, а давно. Давно? Ничего я такого не слышала. Я хочу подтвердить это, давайте. О, боже. Итак, ну что ж, синяя сторона, пожалуйста, говорите. Она на нас переписала своих детей, что мы их удочерим. Удочерили. Не перебивай. Скажи ее, не перебивай. Да успокойтесь вы, мэм. Так вот, она на нас переписала. А сейчас мы смотрим, а их утром нет. Во-первых, они сами сбежали. Это вообще не без разницы. Сбежали, не сбежали, по ее вине. А это наши дети. А теперь она их себе домой забрала. Это вообще что такое? Эх, я поясню. Я их сам... переписал на них. Как это? Это что такое? А вот так это. Все, она является мать. Биологически, физически, вообще по всякому физическим штучкам. В смысле? На нас же переписали. Вот так вот. Все понятно? Понятно. А у нас еще одна. У нас вот есть ее дочка. Можно мы ее хотя бы себе оставим? Да оставляйте. Ну, мама. Мам, я хочу к тебе. Я не хочу быть с ними. Ну, прости, пожалуйста. Ну, я не могу. Так, а вот с этим нужно будет подумать. Пока что отойдите. Через несколько дней я вас опять вызову. И скажу, что делать с ребенком. Надя, я тебя правда очень люблю. Так, даю вам слово. Ну, мамочка, я тебя правда очень сильно люблю. Но я не могу тебя забрать в семью. Понимаешь? Но ты же моя мама. Почему? Почему у Евы, у Габи? У них все холоса. А у меня все очень плохо. Прости. Если хотите получить адрес, подписочку, подписывайтесь на эту девочку. Плюсик в комменты и ждем подписочек. Подтверждаю. Ну прости, пожалуйста. Это не тесно. Ничего страшного, сейчас ты поживешь в детдоме. Что? Да за что мне это чудо, Юда? Ну да, в детдом-то реально не надо. А куда вы ее себе домой заберете? Ну, на время можно... Они в тюрьме будут. Эх... Тогда она будет жить тут, хорошо? Угу. Все, пока, давай. Эх. Вы ее точно там позвали? Конечно, она же ответственная девушка. Скоро придет, подожди. Здравствуйте. Вы меня позвали же про Надю, да? О, явилась, не запылилась. Ну, здрасте, здрасте. И тогда я принял решение, кому начисляется гражданинка Надя. О, боже, ну давайте. Интересно уже. Итак, я решил. Подождите, можно мне сказать хотя бы одно слово? А это кто? Опека. А кого сказать в детский дом? Так. Я не хочу в детский дом, пожалуйста. Итак, если я показываю вот сюда, то Надю забираете вы. Если показываю вот сюда, то детский дом забирает. Ну давайте. Фу, давайте. Итак, гражданинку Надю забирает. Нет. Ура, мама! Мамочка, привет! Ну, привет, привет. Прошу ухаживать и заботиться. До свидания. Мама, я очень рада. Да, а меня прям переполняют эмоции. До свидания. Да она же ее любить не будет, я вам клянусь. Ну, пойдем домой. Мама, я так рада, что я у тебя дома. Да, как я рада. Так, сядь, блин. Посиди на улице, ладно? Ты же грязная. Что? Я не грязная. Ну, запашок от тебя, да. Ну, ничего страшного, мы тебя помоем, будешь чистенькая. Прям для продажи. Что? Какой себе плодазы? Мамочка, я не понимаю. Сейчас все поймешь, подожди. Так, опа. Продажа цыганям. Ой, прям то, что нам нужно. Связаться.
Все, завтра утром встреча, топчик. Так, а мы пойдем, давай, приведем тебя в порядочек, да? Да! Ну, пойдем, пойдем. Так-так-так-так. Оп, оп. Ты же хочешь быть красивой? Да! И цыганям нравится. Что? Нет. Каким цыганям? Ой, скоро поймешь, скоро поймешь. Да стало кусать. Чай, как давно не пила его. Попьешь, попьешь, не волнуйся. Цыгане очень добрые люди. А кто такие цыгане? Я что, не буду у тебя зыть? Так, вставай. Шапочку свою снимай и давай. Фу, ты воняешь. Так, давай, пшик, 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 пшик. Капец, все волосы грязные. Сыга, ты их мыла? Нет. А что, нужно волосы мыть? Конечно. Они еще вон грязные, как у тебя будут навсегда. Иди сюда, боже. Ох, еле вымыла, пойдем. А можно мне холостую одежду? Конечно, можно, пойдем. Чай. Ты что, так чай любишь? Да. Ну, сядь, я тебе принесу. Правда, спасибо. Да не за что. Так, возьми такую штуку. Так. Все, держи, можешь пить. Спасибо. Ням-ням-ням. Спасибо большое. Ух ты, как большую кружку. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пойдем. Завтра уже поедем к цыганям, да? К кому? К цыганям. Такие люди заберут тебя. Что? Да тихо, тихо, сейчас поймешь. Завтра поймешь. А где я спать буду? К девочкам на кровать уляжешься и будешь спать. У нас нету тут выбора кроватей. А я что, всю жизнь буду с Габи спать? Или с кем-то из девочек? Ну нет, конечно, я же зачем про цыгане тут рассказываю? Так я что, у вас не буду жить? Так, много вопросов, много вопросов. Так, ну смотри, есть такая комната. Но тут одноместная кровать. А вот у Евы двухместная. Будешь у Евы спать, хорошо? Хорошо, хи-хи-хи. Я пока посижу тут. Да, конечно, можешь поиграть мне тут в игрушки. А переодеться можешь вот в этом. О, спасибо. И шапку тут снимай. А очки ты что, плохо видишь? Ага. Но они у тебя вообще, как ты через них что-то видишь? Сними лучше, будь без них. Вырабатывай зрение. Если что, они тут лежат. Хорошо. Такая красивая со столом. Да, только прическу бы тебе изменить и вообще красотка. Так. Амбрелла! Ты что тут делаешь? Сплю. На Алининой пижаме пойдем давай. У нас что-то такое произошло. Новый член семьи. Куда? А вот туда. Габи, отдай телефон. И-и-и-и-и-и. Да Габи, мама, она забрала мой телефон. Боже, ну вам 5 лет, что ли? Разберитесь сами. О, 2 телефона. Алина, догони быстро. А вот, мама, сама догоняй. Отдай. Поняла. Эх. Да не эхой. Так, лови телефон. Ты чё? Я не поймала твой телефон. Что? Где, где? Боже мой. Он чуть не разбился. Ну не разбился же. Давай, не делайся тут герой. Герой. Все, всем спать. Ева, ты спишь не одна. А с кем? Иди посмотри, у тебя гости. Какие там гости? Не понял.